дорогие друзья, в эфире программа юных натуралистов на берегу Индийского океана. И мы сегодня рассматриваем популяцию морских ежей. Вот здесь папа с мамой. Мама та, которая плотненькая, такая упитанная, а папа тот, который похудее. И огромное количество детенышей. Просто вот таких вредных, маленьких, колюченьких детенышей, которые при минимальном касании их готовы в вашем теле оставить огромное количество мелких шипов, которые еще выделяют яд и усиливает болевой эффект в теле от их касания, от их укусов, иголок. Так что вот такие вот сюрпризы преподносит нам жизнь и риф здесь в Мумбасе, в Кении.